Друзья, всем привет! Снова с вами Олеся Селезнева. И в этом видео я хотела бы с вами поговорить о том, как ухаживать за руками в холодное время года и для чего это, собственно, нужно. Итак, на дворе за окном ноябрь, приближается зима, начались первые холода, ветра. И, конечно же, наша кожа нуждается в более чутком и заботливом уходе. Наверняка у каждой из вас есть свои секреты ухода за кожей рук. Я хочу поделиться своим. И этот секрет находится всего лишь в одном тюбике. Да, это очень удобно, практично и современно, друзья. Речь пойдет об увлажняющем креме для рук от компании Armel из серии Body Mix. Почему же он мне так нравится? Дело в том, что этот крем сбалансирован по составу, то есть все то, что нужно вашей коже, содержится здесь. Масла, которые входят в состав крема, хорошо питают и смягчают огрубевшую кожу рук, что очень актуально именно в зимнее время, да, когда мы выбегаем без перчаток, сразу начинает сушиться кутикула и так далее. А вот экстракты северных ягод, увлажняющие компоненты оставляют кожу рук в течение дня в очень комфортном состоянии. Поэтому этот продукт стал моим любимым, и в зимнее время года я его ношу в своей сумочке. Остается сказать, как же использовать крем. Мой совет перед нанесением крема, друзья, снимайте украшения, чтобы не повредить красивые камушки. Итак, крема нужно совсем-совсем чуть-чуть. Вот так, такое количество будет достаточно. И достаточно нанести утром и вечером. Даже если мы моем руки, моем посуду в течение дня, друзья, не остается ощущение сухости. Вот настолько идеальный этот крем по составу. Что хочу отметить, сразу после нанесения крем быстро впитывается и, соответственно, нету ощущения липкости. До этого крема были, которыми я пользовалась, и хотелось промокнуть какой-то салфеточкой или тряпочкой, то есть оставался вот этот жирный налет. После этого крема такого не происходит. Я тут же одеваю украшение. Мои руки в боевой готовности. Помните, что о женском возрасте судят по трем вещам. Это лицо, шея и руки. Так вот, если лицо и шею мы можем замаскировать, женщины знают секреты, то руки – это, друзья, наша визитная с вами карточка. Будьте красивы, любимы и довольны собой. До следующих видео. Всем пока-пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.